Это остатки кишмишатика, греческий сорт. А вон даже клубничка есть, ремонтантная. А это вот на ягодах ямочки. Это на Атике такие ямочки бывают. Выраженность каждый год по-разному бывает. В этом году небольшие ямочки. А на Новый год прям сильно углубляются. Вот характерно для кишмиша Атики. Атика так-то, в принципе, неплохой сорт. Для средней полосы. Кишмиш, я считаю, кишмиш второго класса. Все, остатки все висят. Заизюмиваться начал уже. Наверное, на днях все срежу. Вот все. Вот. Заморские были. Вот заморском ударило. А камелот немножко посочнее, видимо. Мороз до него не добрался. Вот в этом году эти ягоды соберу, и виноградный сезон закончится для меня. Буду подготавливать к зиме. Лоза, в принципе, неплохо вызрела, чистая. Но перед укрытием все равно профилактическую обработку буду проводить.